Тренинг «От идеи до проекта» проходит в Соломяйской гимназии, где молодежь Эстонии встречается, чтобы обсудить проектные идеи, а также попробовать создать свой проект. Реализация молодежных проектов расширяет кругозор, помогает организовать сотрудничество и создать дружеские связи с молодыми людьми. Цель проекта – развить и поддержать идеи на стадии формирования и предоставить участникам базовые знания о логике проектов. Смотрите подробнее в сегодняшнем сюжете. Программа у нас двудневная. Я вообще должен сказать сразу, что формат этот мы искали довольно долго, там как проводить такие марафоны, и поняли в конце концов, что нужно ребятам дать возможность, что называется, проработать полные сутки. Да? То есть вот приехать сюда с какой-то идеей, что называется, провести с ней ночь, и на утро, собственно, выдать какой-то вот окончательный результат, с которым нужно там работать дальше. Поэтому мы начинаем примерно в обед одного дня, проводим здесь, соответственно, весь вечер, всю ночь. И на утро у нас доработка идей, их окончательная презентация, после чего, соответственно, уже будет подача проектной заявки. Данный проект мы делаем вместе с организацией Vita Team. То есть они занимаются организационными моментами. Очень нам помогли, конечно, большое спасибо. И, конечно же, тренер Денис Ершов свою экспертизу внесет в этот тренинг. То есть это такие главные партнеры у нас. Если ребята будут настроены серьезно, если они хотят работать, если они будут сосредоточены, если они продолжат работу после тренинга, то подать заявку вовремя и получить грант – это возможно. У нас есть даже несколько примеров, когда такие случаи были. Мы приехали сюда на идею от идеи до реализации, это название этого тренинга, чтобы написать свой международный проект. Мы приехали с ребятами из Вайверского молодежного центра. Вот у нас есть идея, и мы хотим довести ее до готового проекта. Сегодня тут проходит тренинг. Это тренинг по проектам. Вот, и мы приехали с молодежным центром города Синеме в город Силами, чтобы написать проект. И тема этой инициативы будет привлечение молодежи в деятельность молодежного центра. То есть, чтобы молодежь тоже принимала участие как в развитии молодежи, да, как вот, и развитии центра. В современном мире эти навыки пригодятся, а молодежь с удовольствием осваивает новые знания.